Пробка ведь все-таки флакончику голова. Видимо, она крепче. А что она хранит? Ну, это кто что вообразит. Потемнее, попрозрачнее, чуть удлиненное. У меня немало их. Склянки темного стекла из-под импортного пива роза красная цвела гордо и неторопливо. Исторический роман сочинял я понемногу, пробиваясь, как в туман, от пролога к эпилогу. Каждый пишет, как он слышит, каждый слышит, как он дышит. Как он дышит, так и пишет, не стараясь угодить. Так природа захотела, почему не наше дело, для чего не нас судить. Были дали голубые, было вымысло в избытке и собственной судьбы. Я выдергивал по нитке, в путь героя снаряжал, наводил о прошлом справки и поручиком в отставке сам себя воображал. Каждый пишет, как он слышит, каждый слышит, как он дышит. Как он дышит, так и пишет, не стараясь угодить. Так природа захотела, для чего не наше дело, почему не нас судить. Вымысел не есть обман, замысел еще не точка. Дайте дописать роман до последнего листочка. И пока еще жива роза красная в бутылке, дайте выкрикнуть слова, что давно лежат в копилке. Каждый пишет, что он слышит, каждый слышит, как он дышит. Как он дышит, так и пишет, не стараясь угодить. Так природа захотела, для чего не наше дело, почему не нам судить.